Атаком сбьют по Крыму, теперь это точно. И вполне могут долететь до российских городов, если Украина на это решится. Берешь калашников, граната в подарок. Белгород превращается в черный рынок оружия. На фронт отправляют павлинов и мобилизованного с гранатой в груди. Это «Воздух. Новости» на Ходорковский Лайв. Меня зовут Елена Малаховская. И прямо сейчас обзор главных событий за сегодня. Прошлой ночью ВСУ атаковали аннексированный Крым ракетами. Российское министерство обороны и оккупационный губернатор Крыма Сергей Аксенов заявили, что это были американские «Атакамс». Удары пришлись на район Симферополя и на аэродром в Джанкое. Издание «Астра» также пишет об атаке на 3 войсковые части. Телеграм-канал «Рыбарь» об атаке на аэродром в Гвардейском. Так реально «Атакамс»? И что же это меняет? Мы спросили военных экспертов. Это те цели, которые для атакамсов являются оптимальными. Есть ли у Украины другие средства для поражения этих целей? Да. В принципе, Украины, ну, во-первых, это ракеты Storm Shadow и Scalp воздушного базирования, крылатые ракеты. Есть что-то собственное, что до сих пор находится как бы в таком состоянии, ну, в секрете держится, но иногда мы что-то такое видели. Я имею в виду, собственно, украинские ракеты, есть, наконец, беспилотники. Но атакамс это весьма и весьма, если не сказать, наиболее подходящее средство для такого рода ударов. Напомним, что в рамках нового пакета помощи США поставили Киеву ракеты «Атакамс» с дальностью 300 километров. По данным Reuters, ими уже били под Джанкою 17 апреля. Это примерно в 165 километрах от линии фронта. 300-километровый «Атакамс», несомненно, расширяют географию украинских ударов. Втыкаем циркуль куда-нибудь, вот там Харькова условно или Покровска, например, да? И проводим такой полукруг диаметром 300 километров по российской территории, и включая оккупированные территории. Вот туда она может достать. То есть это довольно далеко, там довольно обширная зона поражения получается. Есть такое мнение, которое, правда, не скажу, что подтверждено, что реальная дальность этих ракет, которые поставлены, они не совсем 300 километров, а даже выше. Но тут, правда, может быть вопрос в том, а производитель и поставщик может и ограничить дальность. В прямом смысле слова, технически. В зоне поражения, тем не менее, новых ракет Крым и вся оккупированная континентальная территория Украины, а также ряд российских территорий. Но может ли Украина применять «Атакамс» по объектам в России, остается вопросом. Целей, причем распрекрасных военных целей, там должно быть полно для этих ракет. Однако все упирается в запрет, который есть на их применение. Насколько я понимаю, он действителен до сих пор. Для запрет на применение американского оружия и конкретно ракет «Атакамс». Насколько я могу судить, расклад такой. Украинцам вряд ли стоит его нарушать. Хотя, возможно, соблазны есть, потому что американцы могут лишить их поддержки своей. С другой стороны, если Россия устроит что-то особенное, я имею в виду в плане ударов по украинскому тылу или военных преступлений, нельзя даже исключать, что либо украинцы захотят нарушить запрет, либо американцы могут его снять. С поставкой и применением более дальних «Атакамс» снова возник вопрос, как это повлияет на общий ход войны. Нет такого оружия, чудо-оружия, которое бы вот прям раз и поменяло ход войны. Да, вот что-то получили такое, и вот оно сразу поменяло ход войны. Оно, может, существует там в фантастических фильмах, но в реальной жизни нет. Но оно может довольно сильно повлиять на способности ВСУ наносить поражение в такой дальней тыловой зоне, я бы сказал. Да, вот буквально в оперативных тылах российской армии. Осложнить логистику, наносить удары по каким-то очень важным объектам. Это, конечно, облегчит жизнь украинским военным, усилит их возможности, но прямо-таки вот на ход войны это, на мой взгляд, не повлияет. Потому что у Украины там другие проблемы, которые влияют на ход войны, и их не решишь наличием или отсутствием ракет-атак. В России в Белгородской области растет нелегальный оборот армейского оружия. Об этом пишет издание «Холод» со ссылкой на материалы местных судов. По информации издания, приграничная область превратилась в грандиозный оружейный рынок. Сегодня там можно за $300-$350 купить автоматы Калашникова, ручные гранаты и даже бесшумные пистолеты, состоящие на вооружении у спецназа.
Гранаты в приграничных районах не стоят практически ничего, их часто дарят. Например, одну гранату солдаты подарили водителю, который подвозил их из Белгородской области в Воронеж. Из Челябинска на фронт отправили мобилизованного с гранатой в груди. Об этом пишут местные телеграм-каналы. Челябинца Николая Пасенко ранило еще осенью 2022 года. Тогда практически сразу после мобилизации ему попала в грудь граната и застряла у позвоночника, пробив ребра и легкие. Его прооперировали, по итогу присвоив ему категорию «Б», с которой в армию отправлять не положено. И тем не менее, теперь в военкомате решили отправить его обратно в часть, даже не читая медицинское заключение. Суд арестовал спикера Гордумы Нижнего Новгорода. Его задержали в Донбассе, сообщает агентство ТАСС. Теперь Олега Лавричева отправили в СИЗО по делу о растрате 22 миллионов рублей. По версии следствия, растрата была совершена при приобретении аппаратов для УЗИ, рентгена в 2018-2019 годах. Главу Нижегородской Гордумы задержали на территории оккупированной части Донецкой области, где он ожидал прибытия гуманитарного конвоя из Нижегородской области. Лавричев возглавляет движение «Нижегородское ополчение 2022», которое занимается сбором и доставкой помощи для российских военных. А еще он награжден медалью от Минобороны за помощь и милосердие. И новость про еще одного парламентария. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что не видит ничего плохого в проверке сексуальной ориентации чиновников. Об этом он рассказал в интервью изданию «Самарское обозрение». «Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики. И к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности». При этом, по его словам, зонами недоступности должны быть те учреждения, структуры, органы власти, которые напрямую связаны с воспитанием детей и подростков. Ранее министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев объявил, что уходит в отставку из-за обвинений в гомосексуальности со стороны Хинштейна. Тот опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором заявил, что Бурцев состоит в гомосексуальных отношениях со своим подчиненным. С 2019 года не менее 26 журналистов арестованы или осуждены в России. Сегодня это подсчитало издание «Верстка». Очные приговоры вынесли 15 журналистам, 12 из них получили реальные сроки. Самый суровый приговор получил журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов. Его осудили на 22 года колонии по делу о госизмене. По подсчетам издания, самая частая формальная причина преследования – статья о распространении фейков о российской армии. А еще журналистам вменяют хранение взрывчатки, оскорбление должностных лиц, хулиганство, госизмену, шпионаж и даже подготовку к насильственному захвату власти. Сегодня на месте теракта в Крокус-Сити-Холле прошла панихида по жертвам трагедии. Службу в 40-й день после теракта провел архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он же служил панихиды в 3-й и 9-й день после трагедии. Как отмечают агентства, на поминальной службе присутствовали сотни человек, включая священнослужителей, волонтеров и родственников погибших. В поселке Оленино Тверской области местные власти отказались класть асфальт на одной из улиц, потому что она ведет к автомастерской человека, далее цитата, «нетрадиционной политической ориентации». Собственно, цитата – это из речи главы Оленинского района, а вот вам его прямая речь. Та улица, ее можно назвать именем того гражданина, который любит там заниматься борьбой за демократию, да? То плачет по Навальному, то пишет, как хорошо демократия. А до этого писал, как он уважает Зеленского. Ну, поэтому вот он уважает Зеленского, он борется за демократию, поэтому он будет, тот остаток улицы, где он построил мастерскую, будет с грунтовой дорогой по жизни.
Олег Дубов рассказал, что к 30-му году улица Школьная останется единственной в поселке, которую не станут асфальтировать, ведь участвовать в благоустройстве – это его право, а не обязанность. Дубов предложил водить сюда экскурсии, показывать, что такое грунтовая дорога. Завидуя оптимизму Олега Игоревича, он считает, что жители и гости Тверской области к 30-му году не будут знать, как выглядят грунтовые дороги, во-первых. А во-вторых, единорос Дубов не сомневается, что все изменения в жизни поселка до 30-го года будут зависеть только от него. Вот это уверенность в завтрашнем дне, конечно. Липецкий зоопарк подарил фронту павлинов. Нет, серьезно, я это не придумала. Есть фото и видеодоказательства. Директор зоопарка Александр Осипов сообщил, что передал павлинов в рамках акции «Кто, если не мы». Вот уж действительно. И вот теперь две птицы живут в расположении 252-го мотострелкового полка ВСРФ. Как сообщается, солдаты очень довольны и строят им новые вольеры. Нашего лагеря ведется стройка. Строим специально огражденный вольер, дабы увеличить пространство для них, чтобы каждый из военнослужащих мог приходить и ловить какое-то духовное умиротворение или даже просто подумать и понаблюдать за их красотой. Огромное вам спасибо! Что ж, это все новости, которые я собиралась вам сегодня рассказать. Попрошу вас только не уходить от нас без лайка. Лайк не означает, что вам нравится все происходящее. Просто именно так вы помогаете нам распространять наши ролики и трансляции. Обязательно подпишитесь на Ходорковский Лайф, если еще нет. Комментируйте нас. И скоро увидимся.